Мне кажется, одна из самых благородных профессий – это спасатель. Особенно благороднее, когда спасатель работает не за деньги, а как бы по призванию. Сегодня у нас в гостях Ольга Щукина, руководитель добровольно-поисково-спасательного отряда «Лига Спас». А я чуть-чуть скажу, что я вообще слежу за деятельностью спасательных отрядов. На некоторые, честно говоря, приходят жалобы, что они берут там деньги, практически коммерческой деятельностью занимаются. Но вот про «Лига Спас» вот отзывы, честно скажу, самые лучшие. Поэтому, прежде всего, у вас организация чисто добровольная? Добровольческая, конечно. Это в чистом виде добровольцы. У людей есть своя работа, на которой они зарабатывают деньги. Есть свои семьи, а в свободное время или когда пропадает ребенок, пожилой человек или инвалид, мы встаем и идем искать, да, тратим свой Никакой собственный ресурс. Никакой благодарности не предусмотрено? Ну, самая лучшая благодарность для волонтера – это спасение жизни или нахождение человека, да, живым-здоровым. А как относится к вашей основной работе, к тому, что вот вам иногда надо и в рабочее время встать и уйти? Но на сегодняшний день в отряде ресурса человеческого достаточно для того, чтобы закрывать и дневные задачи, и в ночное время. Поэтому добровольцы, которые работают в графике с 9 до 6, они спокойно выполняют свою работу и выходят в вечерний поиск, усиляя дневные группы. Но ведь нужно уметь искать, нужно уметь спасать. Вот в этом смысле какое-то обучение, может быть, или это опыт, вот, который набран, он передается от волонтера к волонтеру. Как здесь выстроено? Я прерву, скажу, что пока вы будете отвечать, покажем видео как раз вот учения вашего. Когда начинали, конечно, учились только на собственном опыте. Затем в 2018 году мы зашли в такую в центр, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, который нам позволил перенимать опыт других поисковых отрядов по России, более опытных, показал нам перспективы. Мы обучались в Липецке, в Чеченской республике, в течение 2 недель проходили подготовку в учебном лагере для поисковиков. Здесь проводили учения. Ну вот давайте прокомментируем видео, которое сейчас на экране. Я так понимаю, что нужна специальная одежда, да, это первое? Да, конечно. Это желательно берцы, либо резиновые сапоги в сырую погоду. Это закрытая одежда, головной убор, обязательно перчатки, ну, чтобы не обезопасить руки. Но, тем не менее, знаете, когда говорят, что нужна дорогостоящая одежда, нет, абсолютно нет. Это все продается в магазинах спецодежды. А вот палки, вот смотрите, у всех палки. Палки это тоже обязательный атрибут. Это в лесу и в болотистой местности это обязательный атрибут, так как это обеспечивает устойчивость волонтера там, где он проходит. Ямы могут быть замаскированы листвой, качка, да, та же высокая трава, то есть это и предмет, который мы раздвигаем траву, смотрим, что впереди, да, это обязательно. Я переспрошу, все-таки вот эту одежду вы им покупаете? Нет, либо они каждый сами? Сам себя обеспечивает. А вот если я, к примеру, решила в какой-то момент стать частью этого отряда и пойти с вами, могу ли я вот так вот сразу присоединиться и пойти, да, учитывая, что какие-то нюансы, да, надо все-таки знать? Обучение новичков мы проводим сразу в полевой среде. Ну, во-первых, все проходят инструктаж, неважно, новичок это или опытный волонтер. Опытным в любом случае можно напомнить правила определенные. Вот, мы смотрим на экипировку, одежду, да, чтобы человек не подготовленный в босоножках не вышел в лес. Мы предупреждаем, о чем, как должен быть одет. Ну, где-то сами там дообуем, дооденем. Вот, получают инструктаж, и, соответственно, новичок прикрепляется в пару к опытному волонтеру. То есть в этой группе этот именно волонтер будет смотреть за новичком, давать ему какие-то определенные советы, и вся группа, в которую включены новички, будет обращать особое внимание на людей без опыта. Вот вы сказали, что людей, в общем-то, сейчас достаточно, но, видимо, людей много не бывает. Людей в поиске всегда нужно много. Да, но я сейчас говорю про основных обученных волонтеров, которые уже прошли определенную подготовку, имеют навык.
определенный. То есть они обязательно выходят в дневной поиск, и там уже они организовывают новичков, те, кто могут, да, выйти из населенного пункта и помочь в поисках. Соответственно, наша задача обеспечить опытных волонтеров на местности в дневное время, пока остальные работают. Вечером группы усиляются. Давайте вернемся все-таки к вашей деятельности. Кого вы разыскиваете? Пропавших детей, я не знаю, грибников, рыбаков и в каком радиусе от Хабаровска? Угу. Работаем мы для социальных групп населения. Это дети, пожилые люди и инвалиды. Это приоритетная задача. Взрослых мы ищем в зависимости от того, есть ли у отряда ресурс, да, есть ли время на этот поиск, потому что мы можем быть задействованы в другом приоритетном поиске. Информационно мы поддерживаем любые поиски, то есть это выпуск ориентировок, распространение по соцсетям. Это любая категория населения, мы в этом работаем и передаем всю информацию, полученную от населения, любой отклик передаем в УМВД. А вот, кстати, как выстроено взаимодействие? Ну, не знаю, оснащены ли волонтеры там средствами связи? Потому что если нашли человека, и у него что-то со здоровьем, ну, значит, наверное, оперативно нужно там и медиков вызвать. Как здесь выстроено? Группы получают радиостанции, у них постоянная связь со штабом по рациям. Если поиск городской, то это можно и с помощью телефонов делать. Соответственно, ну, вот-вот, наша безопасность, наша связь. Все-таки больше пропадает детей, видимо, они чаще всего исчезают. Ну, вы знаете, самовольных уходов детских много. Мы на сегодняшний день эту задачу для себя тоже рассматриваем уже, как работать с самовольными уходами. Если рассматривать статистику детскую вместе с самовольными уходами, то да, много детей. Я просто подумал, что если вот как бы опасная группа – это дети, возможно, стоило с ним какую-то профилактику вести. Мы... Ну, честно говоря, каждый второй ребенок в то или иное время пытается убежать из дома. Это нормально практически. На сегодняшний день, ну вот с 2018 года мы разработали программы для разных возрастных категорий детей младшего школьного возраста, старшего школьного возраста. Это безопасность в окружающей среде, в поведении с незнакомыми и знакомыми людьми. И интернет-безопасность. Нас поддерживает у нас партнер Лига безопасного интернета. Есть материалы, с которыми мы работаем. Это ребенку не запретишь ходить в интернет. Но как себя безопасно вести в интернете, мы этому обучаем. В перспективе у нас как раз написание программ по самовольным уходам из дома. Это самая такая спорная тема, потому что вот такого эликсира еще никто не нашел. Как же сделать так, чтобы ребенок не уходил из дома, а не уходят. Вот. И работа с родителями. То есть это вот наша перспектива профилактики детской. Вот если говорить об интернете, знаю, что вы все время размещаете ориентировки, люди их перепащивают. Насколько это работает? Это работает. 80%, могу вам сказать, 70-80% городских поисков мы закрываем инфопоиском как раз. Когда люди видят наши ориентировки, наверное, они уже привыкли к нашему изображению, да, наших ориентировок, и дают отклик. Видели, вот сейчас напротив меня, вот там в подъезде видели, вот сейчас выйдем, там, пока родственники едут, они придерживают человека, да, разговаривают с ним. То есть это касается пожилых людей. Сейчас будет холодное время года, когда речь идет, ну, скажем так, на минуты, на часы, да, и в силу этого, конечно, нам население очень хорошо помогает в этом. Вы знаете, я о чем сейчас подумал. Но ведь не все поиски удачные, наверняка. И наверняка случаются, ну, моменты трагедий. Вот в этом смысле волонтерам какая-то психологическая помощь оказывается? Потому что, ну, мне кажется, что вот ты вот ищешь, не нашел, оказалось, что там, ну, что-то с ребенком, не дай бог, случилось. Ведь это очень серьезный психологический удар. Были у нас трагические поиски, в том числе и детские. Могу сказать, что когда ты выполняешь, наверное, задачу, в любом случае идет инструктаж. Что мы можем найти, кого мы можем найти, в каком состоянии. Когда люди получают этот инструктаж, они уже минимальную подготовку психологическую получают. То есть какие действия будут, если найдем кого-то, если этот кто-то будет в каком-то состоянии. В любом случае, ответственность за то, что какие действия произведет группа при нахождении,
ложится на старшего группы. Старшие группы подготовлены, и в любом случае они понимают, что с ними идут новички, к примеру, не подготовлены. За опытный состав я не переживаю, потому что я понимаю, что люди психологически готовы уже сколько лет ищут. А за новичков, конечно же, в любом случае это будет отвечать вся группа и выведут из стресса. Ой, со скольки говорю, лет можно стать волонтером и частью вашей команды? 18+ – это физический поиск. Если мы говорим про несовершеннолетних, то в инфогруппе у нас есть несовершеннолетние члены команды, которые делают ориентировки, распространяют по соцсетям. Они работают в команде старшего инфорга, который их всему обучает. Ольга, вы знаете, честно говоря, вы мне несколько озадачили, когда сказали, что занимаетесь безопасным интернетом. Но это вообще такая спорная, честно говоря, тема, что якобы там детей совращают целенаправленно, там всякие группы смерти, синий кит. Потом оказывается, что большинство сообщений фейки. Просто у вас и так полно работы. Зачем вы отвлекаетесь на достаточно спорную тему безопасного интернета? Безопасный интернет входит в программу профилактики, да, детской безопасности. Детская безопасность – это очень широкое понятие. Это и взаимодействие с любыми людьми, которые находятся в окружении ребенка, либо могут появиться. Это и интернет-среда, потому что самовольные уходы случаются и в том числе во взаимодействии в интернете. И я еще могу сказать, что отряд – это взаимодействие, среда многих волонтеров, в которых, допустим, интересы и знания разные, и опыт разный. Соответственно, педагоги, психологи работают больше со школами. Сейчас работаем и с УМВД в части там, работы с детскими домами и так далее. Есть обратная связь, что после нашей работы в профилактике дети, в общем-то, ну, прислушиваются и меньше уходят. Поэтому спасибо огромное вам, но прежде всего за вашу работу, за то, что пришли. У нас в гостях была Ольга Щукина, руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас». Туда можно вступить, да? Да, можно вступить. У нас есть в соцсетях наши группы. Можно... «Лига Спас». «Лига Спас», да.